Самые неприятные последствия когнитивных искажений в моем случае, поскольку я центрист и для меня основную ценность составляет отношения с другими людьми, конечно, было понимание эффекта владения канемановского, таллеровского-канемановского, потому что вот это понятие долгов, да, значит, ну вообще мы ждем от других людей определенного поведения, определенных поступков. Вот. И мы не понимаем, что на самом деле это же вопрос траты. Траты времени, траты энергии, траты чувств, траты, я не знаю, просто сил каких-то и так далее. И понятно, что Талер и Канеман, они все рассматривают в логике экономических моделей. Вот. Я рассматриваю все в логике человеческих моделей. И я увидел, что многие несчастья наши обусловлены тем, что мы переоцениваем где-то свой вклад и недооцениваем вклад других людей в отношения, взаимодействие там, и так далее. И это позволяет обрести некую такую, как бы сказать, хотел сказать, стоическое, вот. Но какая-то вещь, я совершенно перестал переживать по поводу. У меня есть принцип, если ты даешь в долг, ты должен давать так, чтобы как будто бы ты с ними расстаешься. Вот. Я никогда не спрашиваю про деньги, данные в долг и так далее. И я с ними всегда расстаюсь, если я даю в долг. Вот. Если иногда они возвращаются, я очень радуюсь этому внезапно. Вот. Но в целом я про это не думаю. И вот это, когда я понял про эффект владения, вот эту странную такую вот эту взаимоодалживаемость в отношениях, вот, мне стало... Я стал относиться к этому как к тому, как я даю в долг. Даю, совершенно не ожидая платы. Если что-то случится, я буду очень рад ответному даянию. Вот. Но я просто решил выйти из игры, в которой кто-то кому-то должен.